Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами сделаем упражнение 23. Прочитаем задание. Спешите, подчеркивая в словах одной чертой снизу орфограммы, то есть написание не по произношению. Давайте с вами посмотрим, что у нас должно получиться. В слове «дома» у нас орфограмма «о». Подчеркнем ее. В слове «дуб» у нас орфограмма «б». Мы слышим «пу», а пишем «б». В слове «сказка» орфограмма «з». В слове «столы» орфограмма «о». В слове «трава» у нас орфограмма «а». Можно проверить «травы». В слове «висел» орфограмма «и». «Виснуть» проверяем. В слове «лесок» орфограмма «е». Проверяем «лес». В слове «лиса» орфограмма «и», «лисы», «вокзал» орфограмма у нас тут «к», непроверяемая, нужно запомнить, «тянул» орфограмма «я», «часы» орфограмма «а», «вечером» у нас орфограмма «е», «широко» орфограмма у нас здесь «о» и «и» еще, и последнее «звездный» у нас орфограмма «д», непроизносимая, согласная. Вот и все. Спасибо за внимание.